Приветствую вас. Прежде всего, хотелось бы сказать вам о том, что ваша ситуация напоминает треугольник Карпмана. Это такая теоретическая конструкция, где есть Спаситель, это вы, есть жертва, это Саша, то есть, так, сейчас, Андрей, Спаситель это Андрей, вот, то есть, жертва это Андрей, и есть Саша, который тиран, агрессор, и вообще очень нехороший человек, в общем. И в этой ситуации, вот ситуации, когда вы как бы находитесь в этом треугольнике, мне думается, что вам имеет смысл значит, понимать, что Андрей, он сам выбрал себе такую вот жизнь, он сам выбрал себе такие отношения, он знает о том, что Саша изменяет ему, он об этом знает, его это, как вы можете видеть, не останавливает, потому что он наверняка боится остаться один, вот, и вам в этой ситуации нужно понять, что любовь, как таковая любовь, невозможна, если есть жалость. Любовь, как таковая, нереальна, если вы испытываете чувство жалости к человеку, которого вы любите. Также, пытаясь спасти человека, а вы именно пытаетесь спасти его, то есть вы выставляете Сашу злодеем, вы не даете возможности значит, Андрею становиться самостоятельным. Вы не даете возможности Андрею становиться зрелым, ну, более зрелым, чем он есть сейчас. Вы это не даете ему сделать, потому что вы его окружаете заботой. Вы не позволяете ему расти личностно никак. И вот этот момент является ключевым. Вопрос в том, почему вы не позволяете Андрею развиваться. Почему вы не позволяете Андрею значит, быть собой и там самостоятельно, например, выбирать свою жизнь, самостоятельно выбирать себе пару, самостоятельно решать, с кем он будет и так далее, так далее. Почему? Потому что он вам нужен. Вам нужно кого-то спасать, потому что спасая кого-то, вы чувствуете себя, ну, может быть, более значимым, или спасая кого-то, вы чувствуете себя более полным и так далее. Но самое, что главное в этой ситуации, самое, что важное в этой ситуации, это то, что вы не ставите на уровень с собой выбор Андрея.
То есть это его выбор. Это выбор этого человека. И нельзя говорить о том, что его выбор, например, неправильный. Нельзя говорить о том, что его выбор неверный. Нельзя говорить о том, что он поступает как-то там не так, как вы, например, хотите и так далее. Это получается, что вы тогда его просто-напросто пытаетесь подделать под себя. Вопрос в том, для чего? Зачем вам нужно это? Вопрос в том, зачем вы пытаетесь человека подстроить под себя? С какой целью? Вот это, пожалуй, действительно такой важный момент. Именно для вас. Именно для вот понимания ситуации. Далее. Но я полагаю, что вы убедились уже в том, что Андрей, в общем-то, знает, что ему изменяет Саша, и его это, в общем-то, никак не останавливает от отношений с ним. Значит, это его выбор. Значит, это его выбор, и вам этот выбор нужно принять. Ага, значит, ну, если вы действительно любите этого человека. Вам этот выбор нужно принять. Значит, к человеку нужно относиться не через жалость. К человеку нужно относиться через принятие. К человеку нужно относиться через уважение. Потому что жалостью, своей жалостью, вы ставите его как бы ниже себя, а это неправильно. И то, что вы говорите, что вы не можете о нем забыть, то, что вы говорите, что вы только о нем и думаете, это ваша проблема. Это не проблема Андрей, это ваша проблема, что вы только о нем думаете. Вопрос в том, почему? Почему, понимаете? Если вы любите его, если вы влюбились в него. Кстати, вот вы говорите, что влюбился, а влюбленность это не любовь. Влюбленность это не любовь. Влюбленность это все-таки чувство в большей степени потребностно. Понимаете? Так почему вы не можете не думать об Андре? Почему он вам так нужен? Вы спрашиваете, посоветуйте, что делать? Что делать, чтобы что? Вы хотите, чтобы мы, например, порекомендовали вам, значит, вы хотите, чтобы мы порекомендовали вам действия, которые помогли бы вам получить Андрея? Но вы же понимаете, что это не было бы правильно. Вы же понимаете, что это было бы неверно. Вы же понимаете, что подобная позиция является эгоистичной. Именно вот с вашей стороны. И тогда получается вопрос потребности. Либо вам нужен человек, которого вы будете спасать. Либо вы не до конца уважаете Андрея, либо вы демонизируете Сашу, потому что он как бы
стоит на пути к вашему счастью. То есть он препятствие, которое не позволяет вам получать удовольствие, вам получать удовольствие. А что делать с тем, например, если у Андрея нет к вам чувств? Ну вот нет у него к вам чувств, и все. Что делать в этом случае? Тогда. Что вы будете делать в этом случае тогда? Подумайте, пожалуйста, об этом. Далее. Далее я вам хотел бы сказать так. Вы можете стимулировать личностный рост Андрея. Вы можете провоцировать его на то, чтобы он личностно развивался. Для этого нужно вам занимать определенную позицию для того, чтобы человек адекватно воспринимал реальность. Иными словами, до тех пор, пока вы его жалеете, пока вы относитесь к этому человеку с жалостью, у него не будет и не может быть никакого стимула к тому, чтобы как-то менять свою жизнь. Ниоткуда взяться стимулу что-то делать самому, ниоткуда, ниоткуда появиться мотиву самому самостоятельно определять свою жизнь, если вы его жалеете постоянно. Понимаете? И если вы хотите, чтобы человек обрел самостоятельность, если вы действительно его любите, если вы действительно хотите, чтобы он был счастлив, перестаньте быть ему психотерапевтом. Перестаньте его выслушивать. Это вам только вредит. Это вам не помогает. Это вам идет только во вред. Понимаете? Тем более, что у вас, к нему есть чувства. Вам не нужно быть ему психотерапевтом. Если он хочет излить душу, то пусть оплачивает психолога, пусть решает свои проблемы и так далее. Но вам нужно сказать ему, что «дорогой, прости». Значит, я понимаю, что Саша тебе, например, изменяет, но это ведь твой выбор, правильно? Это твой выбор. Ты решил так. Ну вот, значит, тебе Саша и изменяет. Потому что ты так решил. Потому что ты сам эту ситуацию создал. Если она тебе не нравится, давай что-то менять. Если ты захочешь поменять, я тебе в этом помогу. С радостью. Но если ты менять ничего не хочешь, если ты не готов что-либо менять, то возникает вопрос тогда. Если ты не готов что-либо менять, то как я могу тебе помочь? Если ты что-либо менять не готов, как и что я могу сделать для тебя? Как и что я могу сделать, чтобы ты не страдал, например, чтобы ты не мучился, например? Как и что я могу для этого сделать?
И скорее всего, я, наверное, ничего не могу сделать для того, чтобы ты не страдал. Потому что это твой выбор. И я ничего не могу сделать с тем, что это твой выбор. Дайте возможность человеку быть тем, кем он является. Дайте возможность человеку жить своей жизнью. Дайте ему эту возможность. Не подавляйте его. Не нужно его подавлять. Не нужно мешать человеку. Понимаете, в чем дело? Вот это является неправильно. Этим вы его давите. Этим вы на самом деле, я понимаю, что это прозвучит, это может быть довольно жестко, но этим вы ничем не отличаетесь от Саши. Этим вы ничем не отличаетесь от Саши, потому что Саша ведет себя так же. Он так же, как и вы, по сути, подавляет Андрея. И от этого, именно от этого момента никуда не деться. Если вы хотите, чтобы у него было по-другому, если вы хотите, чтобы у Саши, чтобы у Андрея, простите, было все иначе, если вы этого хотите действительно, то я думаю, что вы позволите ему быть тем, кем он является. То есть вы, иными словами, не будете ему как-то мешать. Вы не будете ему мешать быть тем, кем он является. Потому что вот это как раз то, что вы мешаете ему быть тем, кем он является, и делаете его неспособным. Абсолютно неспособным это его делать. Выстраивать свою жизнь. Нормально выстраивать свою жизнь, делать так, чтобы она полностью подчинялась, например, его воле. Воле Саши, если я правильно вас понял. Ой, воле Андрея. Простите, воле Андрея. Вот. То есть, понимаете, какая получается ситуация? Понимаете, какая получается ситуация? Ситуация получается такая, что вы, сами того не желая, возможно, сами того не желая, вы давите на Сашу не меньше, чем Андрей. И в этом, к сожалению, нет ничего хорошего. Ни для вас, ни для него, ни для кого-либо. Это в принципе, это не может быть чем-то правильным. Это в принципе не может быть чем-то полезным для него и для вас. Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Обязательно подумайте над тем, какова субъективная сторона, то есть ваша сторона во всей этой ситуации. Подумайте над тем, зачем, почему вы хотите человека спасать, если, в принципе, его все устраивает и так далее. Обязательно на эту тему подумайте, и вы увидите свои собственные какие-то претензии, свои собственные какие-то проблемы, которые вполне возможно нужно будет решать. А я желаю вам всего доброго и удачи.